Это достойные люди, 34 ребенка, им нужно помочь. Поэтому поддержи нас, стена, пожалуйста. Александр и Лилит. Они помогли обрести семью, дом и надежду очень многим детям. Мы стараемся брать тех детей, от которых уже отказались. Ну, конечно, это очень сложные дети, но мы верим, что все возможно. Поможет ли стена в осуществлении их мечты? Дорогая, я в тебя верю. Это я в тебе. Вся страна болеет сейчас за вас. Поехали! Единственный в мире водоем, в который не впадает ни одной реки, это тяжелый вопрос. Я знаю, что не знаю. Он не знает. Смотрите, какое лицо, ты мой хорош. Позволит ли стена забрать свои миллионы? «Стена». Новое шоу Андрея Малахова. В это воскресенье в 16:30 на канале «Россия».